Ребят, смотрите, хотела обратиться к вам и сказать о том, что очень многие из вас мне пишут: «Ксень, пожалуйста, отвлеките нас как-то, покажите нам, не знаю, природу, птиц, хорошее настроение, деток ваших». Ребят, честно, у меня сейчас не то настроение, я очень хочу, и вот меня разрывает. С одной стороны, я, конечно же, хочу все это делать, с другой стороны, и не хочу, чтобы в адрес моих детей шли проклятия. Правда, я вам серьезно говорю, и с одной стороны, я стараюсь вам показывать своих детей, стараюсь не читать директ, честно вам скажу. Вообще, в телефоне исключительно в новостях сижу и там с близкими общаюсь, разговариваю, все время на связи. Не хочу, пока, наверное, не знаю, разное настроение, оно сначала такое, потом другое. Знаете, с утра вроде просыпаешься в нормальном настроении, потом...